интересно то, что преподаватели находят какие-то новые методы, чтобы нам доставить информацию. Проводят какие-то видеолекции, и оказывается, преподаватель на видео раскрывает себя с новой стороны. Плюс, конечно же, за чашечкой кофе, почему бы не послушать лекцию от своего любимого преподавателя. Дома удобно, в домашней обстановке, легко искать материал, который тебе нужен. И в первую очередь легко для восприятия, потому что на парах, сидя полтора часа, ты иногда отвлекаешься от темы, а дома ты можешь сделать перерыв, и для восприятия мозга это намного эффективнее. Я учусь на лингвистике, и сейчас неимоверно большой спектр сайтов, каких-то дополнительных ресурсов, откуда можно взять информацию прямо во время лекции. Не просто только материал там, с листа, а именно какие-то ссылки, сайты, тут же перешел, послушал речь, попрактиковался, это все очень удобно. В чем преимущество? То, что ты в интернете, можно сказать, и любой источник можно найти здесь удобно. Ну вот, если что-то непонятно, сразу можно найти. А так на парах не всегда можно отвлекаться и найти что-то. Если честно, удобно, но живое общение ничего не изменит. Вот когда ты слушаешь преподавателя, который вот объясняет, и вы, грубо говоря, чувствуете друг друга, это другое.